Символично, что на волне празднования Дня физкультурника в Нарьян-Маре открылась первая площадка для тренировок по воркауту. Специальные конструкции, среди которых брусья, турники и рукоход, находятся в городском парке в районе улицы Рыбников. Подробности в материале выпуска. Игорь Мартьянов занимается хоккеем 3 раза в неделю. В дополнение к тренировкам молодой человек планирует заниматься на площадке для воркаута по выходным. Спортсмен отмечает, расположена она в удобном месте. Парк – отличное место для прогулок, пробежек и занятий физкультурой. Сейчас модно быть трезвым, модно не курить, модно заниматься спортом. И это замечательная тенденция. Я рад, что у нас в стране и в округе это движение есть. Воркаут – это любительский вид спорта. Он заключается в выполнении упражнений на турниках, брусьях, горизонтальных лестницах или вообще без специальных снарядов. Основной акцент в занятиях делается на работу с собственным весом, на развитие силы и выносливости. Упражнения выполняются на свежем воздухе на уличных спортплощадках. В Нарьян-Маре ее возводили общими силами сами спортсмены. Работы по установке оборудования от разметки до официального открытия заняли около месяца. Буквально там за один день мы сделали разметку, на следующий день уже пришли бурить отверстия. Что самое интересное, сначала мы договорились там с организацией, у которых есть специальная установка там бурильная, вот, для таких дел. Вот. Но в последний момент, короче, у нас ничего не получилось. Вот. И в итоге придумали сделать отверстие обычным ледобуром. Средства на реализацию проекта активисты получили из окружного бюджета в рамках конкурса грантов для НКО. На создание условий для развития уличного спорта в регионе было выделено чуть более 200 тысяч рублей. Проект, он принес не только пользу самим ребятам, да, но и тем, кто будет здесь заниматься. И я думаю, что их мечта, как Саша сказал, да, она вот у него осуществилась. Если эта мечта будет приумножаться, это будет самое главное. А те, кто сидят на диване и только скептически ко всем этим вещам относятся, ну, наверное, это не их день. Уже сейчас все желающие могут заниматься на спортивных снарядах. Занятия позволят жителям города не только тренироваться в рамках движения воркаут, но и развить силу, выносливость, ловкость, а также подготовиться к сдаче отдельных нормативов комплекса ГТО. Стоит отметить, что все турники надежны и абсолютно безопасны. Концы, они закругленные, и крепления у них специальные, то есть они не травматичные. У них у каждого устройства есть свой паспорт. И они соответствуют всем нормам, всем необходимым для того, чтобы граждане безопасно абсолютно занимались здесь спортом. Активисты некоммерческой организации на одной площадке останавливаться не собираются. В планах у них расширение возможностей для занятия спортом на улице, открытие новых площадок в других районах города, а также в населенных пунктах округа. Валентина Чибичих, Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».